твоя противоположность. Сильная, смелая, ловкая. Иди, поговорим. Чего меня расспрашивать?
aren't you? Наверняка нужно как-то перехватить управление. Перехват сработал. Thank you.
Эрон, он в беде. Спасибо за помощь. Иди сюда, поговорим. Как ты оказался тут один? Где твои люди? Не хочу, чтобы они рисковали. Если погибну сам, пусть, не жалко. Но только не они. Прости, что тебя в это втянул. Да брось. Для меня это обычное дело. Ну, убийц выслеживать, машины ловить. Да? Что же тогда необычное? Ну что, начнем? А сам-то ты как? Я трезвый, так что плохо. Ну, зато голова у тебя ясная. Это ненадолго. Расскажи, что произошло с Эрзой. Давай, по порядку. Никто не знает. Она ушла среди ночи, взяла с собой лучших бойцов. Лучших? А тебя что, нет? Нет. Я выпивал. Может, она решила... Но не знаю, что не справлюсь. На следующий день патруль обнаружил их мертвыми. А рядом тела тросов из Карха Тьмы. Была засада. Карха Тьмы — это звери. Они так ее избили, что хоронить придется в закрытом гробу. Мне очень жаль, Эрэнд. Ну, когда я найду тех, кто это сделал, они тоже пожалеют. А есть предположение, куда она пошла среди ночи? Нет. Явно дело срочное. Сообщение об угрозе, что-то о Карха Тьмы. Не знаю я. Но почему они это сделали? Они нас ненавидят. И больше всех Эрзу. Она помогла Аваду выбить их из Меридиана. 2 года они зализывали раны. И вот дождались возможности отомстить. Ладно. Покажи мне, где погибла Эрза, и я сделаю, что смогу. Иди за мной. Зачем она забралась так далеко? Не знаю. Это странно. Это земля Карха Тьмы? Нет. Сунувшись в теснину, они нарушили перемирие. Уже рядом. Пришли. Здесь была засада.
Наши бойцы все осмотрели. Ну, может, эта твоя штука даст какую-то зацепку? Прошу тебя. Я должен найти этих ублюдков. Разбросанные стрелы. Совсем новые, как будто не использовались. Пятна крови. Не похоже на лужу под трупом. Копье Карха Тьмы. Броня племени Карха Тьмы. Кровь будто размазана. Идеально острая. Не было в бою. Странно. Не царапинки. Словно тут кого-то тащили. Здесь что, протащили труп? Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капала с чего-то вроде телеги. Видишь, след колес? Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Стой. То есть этих людей убили где-то... Где-то еще, но... Но зачем, Кархать, мы их притащили? Ты знаешь, я уже не уверена, что это дело рук Карха Тьмы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Понимаю, за что ее убили. Но зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем. Это не Карха Тьмы. Это наши. Это Азирам. И вы всегда так добры друг к другу. Убьем ее! Ааа!
тебя зовут? Я вырежу твое имя на лезвие ножа. Да. Ну разве что не. Похоже, что приманка. Готовься! Thank you.
Азирам, Никарха тьмы. Как видно, я ошибся во всем. Как всегда. А ну-ка, глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Сейчас. А это что за ремни? Сколько крови. Как много людей здесь перебили. Это оружие авангарда. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись. Камни прямо раскрошены. Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное. А ну-ка, глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Ремни от брони, перерезаны ножом. Камень с пятном крови. На это можно поставить оборудование. Вон, у треноги. Разряженная батарея. Это шлем Эрзы. Очевидно, она погибла не внизу, а здесь. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить? Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем, думаю, Азирам атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на треноге. И оно испускает волны силы, может, звука. Они раскрошили камень. Думаю, людей он не убивает, а парализует. Отряд Эрзы уложили вот здесь. На их оружии нет крови. Без боя. Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть. Смотри, камень в крови. Этим камнем разбили Эрзи лицо. Или кому-то другому. Гляди, ремни перерезаны. Как будто броню с кого-то сняли. Не может быть. Ее тело покоится в Меридиане. Я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню? И так избитый... что невозможно опознать. И это не Эрза. Вернись в Меридиан. Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась. И это Эрза. Но если нет... Сестра может быть жива. Я иду. Найди меня, как сможешь.